Теперь под домашним арестом Советский районный суд Махачкалы изменил меру пресечения ректору ДГТУ Нурмагомеду Суракатову. Он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. В 2015-18 годах вместе с должностными лицами вуза Суракатов похитил средства, предусмотренные для выплаты стипендий студентам, а также премии и заработной платы сотрудникам на общую сумму более 90 миллионов рублей. Мера пресечения была изменена ввиду неудовлетворительного состояния здоровья обвиняемого. Экс-ректор будет находиться под домашним арестом 3 месяца до 4 июня, уточнили в ведомстве.